Пойдем. Пошли. Ну что, мы приехали в торговый центр Тао. Мне кажется, это самое большое вообще торговый центр в Саратове. Володь. Чё? Чё будем делать? Гулять. Гулять? Гулялся, ты честно скажи. Я нет. Твой желудок проголодался, скажи честно. Не очень. А? Не очень. Это. А что есть? Что посоветуешь? Бургеры. Большой маленький средний. Большой. Большой. Блэкбургер. Во, давай блэкбургер. Ты что, а у вас свиной, а есть что-нибудь? А, не свинина? Не, я в кимчи пойду. Вау. Какой сочный. И зеленый. Без тоста. Без лишних слов. Ну и как? Вкусно? Мне интересно, что этот жердяй заказал себе. Он-то пожрать любит. Что ты взял, кирияки? Кирияки, терияки. Скажи ты себе, чему детей учишь? Скажи ты себе. Володь, ты в курсе, тебя сейчас девчонка отпустила просто? Чего? Отпустила? Ладно, Юрка мне подарок привезла. Что там, кстати? Наш рукожоп. Носки, майка. Я не буду сейчас открывать. У меня под ёлкой столько подарков. Дома. Дед Мороз? Это мой друг Юлька. Это мой друг Юлька. Она купила мне подарок. А я тебе купил Он подарок. Он просто мне денег дал, а я ему подарок купила. Он уже 2 года просит носки. Я ему взяла 10 пар носков. Спой. Дай сюда. Расскажи о твоей жизни. Ты не так снимаешь. Мы сейчас куда едем? Мы сейчас едем ко мне в гости. К моей маме. Буду знакомить. Ребят, сейчас мы будем спрашивать. У людей мнение. У людей мнение. У кого есть новогоднее настроение, у кого есть новогоднее настроение. А вот идут девочки. Девочки, как ваше новогоднее настроение? Нормально. Нормально? Да. Подарки получили от Деда Мороза? Что вы можете пожелать тем, у кого нет новогоднего настроения? Что сделать тем, у кого нет новогоднего настроения? А я сделал лучше. Посмотреть новогодний фильм. А он просто всегда так говорит. Я всегда так делаю. Вы получили подарки? Вот им бургер на этот куда-то. Все, девочки, с наступающим. Ты будешь кофе? А теперь мы спускаемся по эскалатору. Знаешь, как правильно спускаться? Смотри, как красиво, елочка. Раз, два, три. Ёлочка, гори!
Мы не дебилы. Мы снимаем влог. Как ваш... Блин, си... Чё ты хочешь? Я снимаю. Так, вот мы думаем, что взять. Я снимаю, блядь! Блин, у меня пресс схватил. Да ты достал со своим пресс. Вот чё на тебя взять? Похож. Да иди, Фаня. Вот скажи, что... Каким другом надо быть, чтобы ты башляла все время? Хорошим. Надежным. Надежным. Вот я надежный друг, поэтому и много зарабатывать. Башляешь. Просто многие потом спросят, вот что он сделал такого, что ты башляешь за него везде? Я всегда башляю за него. Ты что ты? Ну что ты его бьешь? Вон красный куб, видишь? Это праздник семейный. И я Новый год встретил со своей семьей. И сейчас приехал к своим друзьям. И я уверен, что у них очень весело, потому что у меня очень крутые друзья. Блядь, я ожидал, что заход будет необычный. Я поэтому достал камеру. Здравствуйте! Ебать, а почему я не подготовился? Ебать! Здорово! Привет! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, братуха! С Новым годом! Да кого не обнял? С Новым годом! С Новым годом! Давайте еще раз! Ты так пахнешь! С Новым годом! Так пахнешь! С Новым годом! С Новым годом. Запшикался. Готов? Стой, давай. Сейчас, дальше в ту сторону. Чё, блин? Блин, вот это вообще крутой фотоаппарат. Да. В смысле, фоткай сразу, фотка выходит? Да. Сейчас же нужно Викин фотик. В смысле, а что, где а фотка? Вот, проявленная уже. Смотри, а, не сушится потом. Все. Блять! Ищ... Повтор! Это давай все на что вы способны! Это все на что вы способны! Я мотивировал вас целый год! Ебать. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас идем взрывать первую школу. В прямом и переносном смысле этого слова. Взрывать идем, потому что... Вы все поняли. Семельяна здесь. Ни слова больше. Ни слова больше. Вы все и так поняли. Вик, мне нужна куртка. Девушки, пожелайте что-нибудь на Новый год. Чего еще раз? Чтоб все классно было. Давай. А ты пить. Меньше пить. Меньше пить. Меньше пить? Да ты пьяная сама. Нет. Ну ты врешь. Они отлетают в людей, блядь. Они убивают людей, блядь. Помогите. Здравствуйте. Видео и шутки про то, что типа я ходил на тренировку последний раз в прошлом году, недействительны. Здравствуйте, дорогие господа. Сегодня будет самое фееричное шоу. Теперь будьте добры, выслушайте нас. У вас был шанс показать себя. У вас был шанс. Это сука.